Салют. Здорово! Я трезвенник, язвенник, старый, старый больной на... Мне нельзя, у меня стресс, нурез, геморрой. Что за откровение? Что за откровение? Пошли. Все откровения. Все для стрима, ради стрима. Даже он не знал. Вот, ну откровения да. Все. Что там еще бывает? Что нельзя пить? Ну я так и понял, что ты странный человек. Потому что не пьешь. Сраный человек, потому что не пьешь. Ты просто понял, что ты так и понял. Ты просто попал в астрал. Астрал. Микрофон ближе. Это мне, да. Это Лех. Леха в курсе, да. Леха просто такой он не пьет. Он в астрале. Да. Но он почему-то боится его. Он боится дотронуться губами. Да, он говорит, все трезвенники боятся микрофона. Но, в общем, он в курсе, что он тихий. Ну, я только за. Ну, я имею в виду, что поздравить у тех, у кого реально это. Я опять все мысли, у меня мысли в голове, но я не все проговариваю. У меня есть такая черта, и меня бывает не поймешь сразу. Ну, ясно, с тобой все. Все с тобой ясно. Все с тобой трезвенник сраный, ясно. Надо говорить, знаешь, обычно думаю, лучше бы ты пил, там, что-то понятнее было бы тебе, лучше понимать было бы все. You know what it means together? Together. Together. The. Together. Therapy. Almost therapy. Thoroughfare. Terrible. Criminal. У него есть семейные это новые фэшн моды, пока никто не знает это. От трусачи. Он засек, да, семейники. Биг это свинья, по-моему, нет? Красный в горошек это уже мавитон. Это обои такие только могут быть. Блин, да, этими, вот красных жалко нет. Черные с оранжевыми котиками, вот так вот. Или наоборот, нет. Оранжевые с черными котиками, вот. А вот это все в горошек, это все нет. Это уже прошлый век. Ну давайте уже порвем струны. Давайте. И пластик. И ластик. Все порвем. Им понравился твой стрим, как ты менял целый час струну. А, да, видимо. Но ты еще пластик не менял, надо так. Полтора часа струну будем, и еще пластик. Только это не пластик немножко. Ну, вообще, пускай будет пластик. Рви. Так неинтересно. Мы учтем. Ваше пожелание, да. Ваше пожелание. На следующем стриме сделаем. Каждый день такой рву. Ну, ты, блин, видать, это монстр. А кто лежит на диване в шкафу? Басист. Он пока спит, лучше не будить. Не буди лихо, пока басит тихо. С филологом. С филологом, да. Там склад, короче. Они на пару. Они, кстати, наших очень, сессионных музыкантов. Они очень похожи. Да, очень. Гитарист, да, живодерный гитарист. Все с тобой. Ты мстительная душонка. Вот. Смотрите на него. Вот. Душонка. Он мне показывал, у него в шкафу там, где басист с филологом, там все лежит. В офис. В офис. Понял, в офис. В офис. Сам ты в офис. Да нет, у нас же есть. Вам что, скучно, что ли? У нас же есть интерактивчик. Заходите внизу, там можно выбрать песняву. Я думал, ты сейчас танцуешь. У нас же есть интерактивчики. Такое, это самое, наденешь на себя трусы свои, там, которые в заначке. Быстро снимаются? Которые ты не продаешь никому. Приходите на новые вещи. Ты будешь в новых вещах, да? Я буду в твоих новых трусах. А, новых. В твоих. Моих. От Кабана. От Кабана? Дольчанова, который. Дольчикова и Габанова, да? Дольчикова и Габан. Понятно. Вот он мне перед стримом сказал, я хочу, у меня мечта с детства станцевать перед офисом в трусах. В офисом. В офисом.
А вы говорите, вы все знаете. Вот он вам такое рассказывал? М? Да не, не рассказывал. Так. Ну, конечно, потому что придумываешь. Я когда пьяный стримлю, у меня всегда лучше идет. Ша. Ну, ему, вам виднее, да, я-то вообще не пьющий, поэтому. Я, например, не курю там, не хожу. Ну, я вот так вот тоже не курю. Ты вот так показываешь. Это каждый раз ты по 10 минут сложи за день сколько, вот у тебя и получится каждый день. Я, например, там еще что-то какие-то. Ну, вот у меня вот, я так отдых распределяю. То есть 21 час по 3 часа где-то в среднем в день я размазываю по стримам. Все остальное время только сон и все. И вот все дела. Соло. Опять отмазался. Новый прием покажи. Новый прием. Если вдруг там кто еще остался. Вот. И рассчитывает на новенькое. Оно будет новенькое, старенькое, новенькое, старенькое. Старо-новенькое.